Всем привет, вы на канале Северполюс. Это опять игра Valiant Hearts The Great War, и дело в том, что вот по этой игре прошлое видео и это видео я записал одним заходом, одним дублем, так сказать, поэтому мне нужно тут какое-то вступление, какое-то отдельно записанное, вот я сейчас его как раз записываю. Кстати говоря, ну раньше так было всегда, сейчас как-то немножечко на моем канале это вышло из моды, так скажем. Ну, кстати, кто помнит, как это было тогда, там, не знаю, пишите в комментариях, да. А мы начинаем заодно еще раз как раз интро вставлю. Значит, бежим, бомбежка, конечно же. Кто бы сомневался, что бомбежка, естественно. Бомбежка, вещь естественная в таких ситуациях. Что такое? Ой-ой-ой. Что? Что? А мы бежим на вообще срать, это нормально? Так подожди, а в смысле мины? А нас мины типа вообще не берут, нам срать? Ой-ой. Здрасте. О-о-о. Вольт, отгрызи ему горло. Или не? Ладно, видимо, так не прокатит. Хорошо. Вольт, давай туда. Чё там вообще? Он где теперь? Где Вольт-то? Вольт! А Вольт-то где? Блин, я случайно игру свернул. Я что-то просто затупил, игру случайно свернул. А где Вольт? А где Вольт? Где Вольт-то? Мне... Где он? Где Вольт? Окей. Я что-то пока вообще не понимаю, что делать. Может, мне надо подорваться на этой мине просто? Тогда все станет понятней в жизни. Вольт, ты где? Блин, Вольт, собакин. Где Вольт? Куда он делся? Он просто зашел в дырку и исчез. Вольт! Ёперный театр, Вольт, ты где? Ага, понятненько. Я, кажется, осознал, что тут происходит. Значит, вот в этой дырке... Нам надо прокопать, да? Ой, а что это такое? Мне оно надо вообще? А, значит, я тут не умер. Хорошо, прекрасно. Что это за пары? А! Я умираю от них. Окей, значит, плохие пары. Пары не лучшие, не лучшего качества пары. Давай не жалуйся на жизнь, я могу и хуже тебе устроить, газа. Так, не по... Ну ты дурак, а. Ты дурак или да, дядя? Ты нафига в газы-то пошел? Нам же не надо в газы-то как раз. Нам надо, смотри, поясняю за то, что нам надо, значит. Да иди давай! Что происходит? Чё ты делаешь? Эмиль, ты чё, дурак? Ты вроде взрослый, опытный мужчина. Так почему тогда ты так делаешь? Просто абсолютно неправильные вещи. Ну какого? Как мне туда пробраться? Там он не копает вверх. Он не хочет копать вверх. Это что такое? Это бесполезная хрень, я понял. Прекрасно. Значит... Это мне не понадобится. Хорошо. А, нормально. Не, мне не надо оно. Понятно. Все, спокойно. Тихо. Ай, да ты... А, я жив. Я жив. Я привык к этому газу или что? А, нет. Тут газ какой-то другой. Значит, я к нему не привык нифига.
Значит, я не понял тогда вдвойне. Я не могу осознать, как это сделать. Я не понимаю. Копает, копает и вырывает куда-то, куда ему нахрен не надо. По секрету скажу, тебе туда не нужно. Тебе нужно наверх. Вольт. Вольт, ты где? Вольт. Окей, интернет. Help me. SOS, пожалуйста. Internet, please. Почешь, да? Как он это делает? Он тупо берет и роет вверх. А я не могу рыть вверх. Мне игра не дает рыть вверх. О, так можно было все это время? Ага, ясненько. Вольт. Окей, значит, я за тупок, понятно. Вольт. Вольт, не иди за мной. Ох, ёлки-палки. Может быть... А, подожди, это типа... Это то, из-за чего у него так много патронов, или что это? А, хотя нет, откуда у него патроны, если он просто печку жжет? А нахрена он печку жжет? Вольт. Вольт? А, Вольт! А где он? А он нахрен где? А, понятно. А-а-а! Да, самое то, вместо того, чтобы служить своей отчизне, значит, погладить собаку. Вот, вот почему немцы проиграли. Немцы же проиграли в той войне, я просто не уверен. Я как бы немножко в истории-то, ну, так. Не особо... А прям с Вольтом у нас телепатическая связь, я, кстати, спешу заметить. Молодец, Пёсель, все. Можешь его больше не отвлекать. Или, я не знаю, отвлеки его как-нибудь с другой стороны, чтобы я его там, не знаю, огрел как-нибудь лопатой этой. Все, ща мужик тебе не понравится, что произойдет. Готов? Фокус! Да. Так, и что делать? А что делать? А... Ладно, мне, видимо, как-то надо что-то куда-то. Как я логично сейчас сказал-то, а? Они, видимо, экспериментируют с каким-то оружием. А мне надо, видимо, устроить какой-то пожар. Видимо. Видимо. Это мне, видимо, надо устроить костер сейчас, да? Вот из этого говна всего. Прекрасно. Значит, следующая фигня, которая поползет, будет уже с костром. И им это явно не понравится. А-а-а, что-то не так. Что не так? Все не то, все не так. Да. Давай, нате, нате. Ну ладно, мне надо, значит, еще что-то дернуть. Вот это вот, да, например. И что это? Ага, и оно идет куда-то наверх. Я понятия не имею, правда, куда это. Вот тут какой-то шкафчик, надеюсь, он мне хотя бы поможет. О-о-о, вот это уже интересная ситуация. Сейчас кого-то запердит с костра. Кто-то готов быть заперженным с костра? Я уверен, да. Все. Сейчас из стрелка получится вкусненькое барбекю. А что происходит с полом? Что с полом-то? Что с полом в этом месте? Что с ним? Он как будто многослойный, что ли, или что это? Прикольно. Дай-ка, ну. А, в смысле? Ну что, я не должен давать ему следующего этого, или что? Или мне еще одного поставить? Что делать-то? Ладненько, будешь еще одной жертвой этого огнеметчика. Давай-ка. Оба, все сейчас будет. Ты даже не сомневайся. Что там, подсказка? Это я уже понял. Это я уже прекрасно понял, что тут надо сделать. Вольт, может, поможешь? Их тут, мне кажется, вообще бесконечное количество. И я не уверен, что... Я вообще использую их по назначению, Вольт. Что-то, мне кажется, я через жопу все сделал. Может, еще что-то надо поставить туда, я не знаю. Что? А, вот это что за лестница? Ага. А, это вниз, я там был уже. Тогда я без понятия. Вольт, это пока погрызи его, если хочешь. Я разрешаю. Будут еще подсказки? Нет доступных подсказок. Понятно. Значит, думай сам, Олег. Понятно. А как? А не знаю. Я как тут думать? Вольт, может, ты притащишь этот динамит? Ну как-нибудь. Ну пожалуйста.
Что делать? Я не понимаю. Я вообще нахрена воткнул сюда его? Ну, на кой он здесь? Что мне делать-то? Ладно. Снимаю последнего. Все прекрасно. Ща будет у нас такое костерище вообще. В пионерских лагерях позавидуют. Так, а тут, а можно как бы пройти, пожалуйста? Вольт? Вольт? Вольт, не мог бы? Ладно, полай на мешки. Я думаю, они, может быть, хотя бы так сработают. Нет, я не понимаю, честно. Ой, блин, микрофон задел. Я не понимаю, как это работает. А что, если поднять еще выше, дай-ка? А если вот выше прям? Прям выше, ну! Нет, так не работает. Ладно. Вольт, не мог бы? Ладно, Вольт этим заниматься не будет, я понял. Вольт слишком гениальная собака. Вольт, Вольт, а ты не мог бы, может быть, в эту дырку залезть и что ты там сделать? Хм. Может, Вольт бы вылез отсюда каким-то образом? Может быть. Вольт, может, ко мне как-то подойдешь и вылезешь отсюда? Вольт, я не понимаю, честно. Я не знаю, мне, видимо, придется в еще одном моменте посмотреть подсказку. Мне это не нравится, но я не, ну, я просто не могу без нее. Типа, я в растерянности, я не понимаю, как это проходить. Окей, значит, в очередной раз затупок тут я. А не Эмиль или, не знаю, там кто-то еще. Затупок я, окей, признаю. Потому что я поставил тележку четко под этой платформой, из-за чего платформа не могла опуститься, как бы браво мне, спасибо. Угу. Так. И мне еще, видимо, надо эти елочные игрушки тут, точнее, елки эти пораставлять по своим местам. Это вообще что за елки такие? Необычные. Я, конечно, понимаю, это не елки, но, блин, нахрена я вот эти здесь штуки вообще? Я не понимаю, а оно тут зачем? Типа, ты с первого раза не убедился, что человек горит с помощью твоего огнемета? Ну, давай, тащи. Молодец. Хороший. Все, и мне надо, видимо, затащить. И затем, видимо, поставить эту куклу. И затем, видимо, поставить еще одну куклу. Я думаю, пока хватит. Вольт. Вольт. Ладно, Вольт, короче. Вольт, я знаешь, я, наверное, вот здесь постою, Вольт, а ты? А, Вольт, Вольт, вот оно что. Вольт, стой здесь. Надеюсь, Вольт там не погибнет смертью храбрых от этого костра. Быстро, быстро, быстро! Лучший. Лучшая собака в мире. Просто. А, подожди, а как это? А что мне делать? Может быть, мне надо как-то... А, подожди, я, кажется, знаю. Я, кажется, теперь знаю. Мне надо теперь дым сделать, чтобы эти все прошли. Вообще, такими хитроумными способами я с врагами еще никогда не расправлялся. В плане, где тут, куда тут дым пустить? Что-то кого-то еще как-то обойти, собаку позвать, чтобы она треснула. Давай, падай замертво. Я обычно падаю замертво. Молодец. Yeah! Как американец настоящий сказал. Молодец. Вольт, что дальше будем делать? А, Вольт. Точнее, как тебя? На, иди к Фредди. Все. Вольт. Идеально, кстати, помещаешься в эту жлобинку. Молодец. Все, мы пошли. Все. Не! Так его. Просто Вольт, я не знаю, самый полезный персонаж в игре. Давай. Спасибо. Вольт, такой классный пес, Вольт, ты не представляешь, хороший. Тик. Угу. Готов? Да что ты рычишь, это огонь. Ща, короче, будет приколюха ему, смотри. Забавно, да, мужик? О, ну все, получается. Пошли. Этот говнюк, надеюсь, попрощался с жизнью? Не, надеюсь, попрощался с жизнью. Ну что, если нет, то я вообще зря все это делал. О, здрасте. Опа, здравствуйте. Опа. Вольт! Вольт, твою мать! Я что, эти звуки издаю, чтобы его привлечь, что ли? О! Просто сру за стеной. Вольт, ты где? Вольт, ты дурак, Вольт. Вольт. Вольт, зайди, пожалуйста, Вольт. Вольт, пошли, Вольт. Вольт, быстро за мной. Вольт! К ноге, Вольт. Вольт, это срочно, Вольт. Не-не-не, тут никого, ты чё? Ты думаешь, кто-то здесь есть? Не? Нет. Ай.
Блин, как так произошло-то, а? Мы ж с Вальтом не палились вовсе. Я ему фокус хотел тоже показать. Он меня взял и выстрелил. Ну или пырнул. Фиг его знает. Короче, сделал плохо мне. Иди в жопу. Короче, смотри. Я известный иллюзионист и фокусник. Через 3 секунды вы заснете и больше никогда не проснетесь. Раз. Два. Три. Да. Мои методы фокусов весьма... негуманны. Чё тут у нас лежит? Кольцо. Бесполезная хрень. Понятно. Значит, мне здесь ничего не надо. Ничего не светит. И спускайся уже, ну. А здесь что лежит? Здесь вот может быть что-то интересное? Нет, вообще ничего. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мне как бы просто чисто прокарабкаться здесь. А здесь что? Прям лутаем боксики прям вообще по карте. А здесь что? А здесь... Ой, это что это вообще? Ой-ой-ой. Так, ну понятно, значит, мне что надо сделать примерно. Я так понимаю. Вообще, ну. Мне надо подорвать дверь. Самым легким способом из возможных. Значит, берем вот так вот. И она, по идее, взрывается, да? Да? Да. А Вольт тут никак... А, нет, Вольт пройдет. Хорошо, значит, я спускаюсь вниз. Я просто за сегодняшнюю серию хочу уже допройти вторую главу. Тут, в принципе, это последнее, я смотрел испытание в ней. Последняя локация, так сказать. Это что это? Опа. Что ж ты дверь-то за нами открываешь? Фундорф! Вот ублюдок. Гаси его, пожалуйста. Ой. А здесь ты меня не достанешь. Все. Пошел в пень. Что делать? А, Вольт. Вольт, достань, пожалуйста. Вольт, если ты сможешь, я буду за тебя искренне рад. Как, где дыра, через которую ты можешь пролезть? Ой. Все, я нормально. Я пролез. Абсолютно бесполезное, конечно, место. Придумал этот Фондорф. Кстати, я так Вольта-то не убью. Блин. Он тут сидит, как бы. Я не знаю даже. Воль, беги! Фух, какая ты бессмертная собака. Я тебя люблю. Все, прекрасно. Вольт. Вольт, бери, кусай. Молодец. И что это? А нахрена это? А зачем это? А почему это? Видимо, это потому это, что мне надо это кинуть туда это. Ясно. Вольт, тебе сейчас хвост опалит, если ты так будешь сильно рисковать. Так, Вольт, иди и дерни рычаг, ты не будь бесполезным. Спасибо. В смысле? Я думал, это... О, ну конечно. Я сделал абсолютно бесполезную хрень, я тебя понял. Все. Значит, мне надо. А что мне надо-то? Я даже не понимаю особо. А куда я его кину? А что сделать-то мне надо? Ну, по идее, кинуть как бы куда-то этот динамит. Это я понимаю. И вопрос в том, куда. И вопрос, я считаю, очень даже понятный. Потому что... А куда? А! Я понял, куда. Я очень хорошо понял, куда. Вольт. Вольт. Я понял, все, мне голубей больше не надо. Вольт. Иди, дерни, принеси. Вольт. Все, Вольт, молодец. Лучшая собака в мире. Скидыщ. Все. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Пошли. Сейчас фиксик получишь у меня. Быстро, да давай что-то. Понятно, все, понятно, ты коренной американец. Это ясно, но, пожалуйста, мистер, вы не могли бы побыстрее просто идти за этим Фондорфом поганым? Вместо того, чтобы екать. Кстати, как удобно везде дырки находятся. Это прям... Интересно, если бы это немец играл, он бы понимал, что этот чел говорит? У меня есть ощущение такое, что вот... Ну нет. Ой. А что это такое? А что это он спускается? Бери динамит-то, дядь. Значит, беру динамит, и мне что надо? Понял, обработал. Мне надо кинуть, значит, мне надо кидать динамит четко в тот момент, когда оно спустится и будет гореть. Гори. Спасибо. Все, раз. Минус пушка его.
И получается, скоро будет 2 минус пушка. Все не так просто, ты хочешь сказать мне, да? Мне еще надо, получается, дернуть этот рычаг. Это получается мне все сложнее. А, Вольт. А ты знал, что я умею умирать в воздухе? Да. Это вот я крутой. Да слышали уже, давай уже, начинай. Что это за мясорубка на столе, кстати, стоит такая? Все, да мне плевать все это. Я уже настолько преисполнился в этом своем познании, что не первый раз ты уже меня пытаешься затравить этой фигней. Дай-ка. Оба, все, оба. Да блин, кидай давай, пока оно не потухло. Оно потухло. Окей. Значит, в следующий раз. Вот в этот. Так, и Вольт. Вольт, иди туда. Не, за динамитом я тебя не пошлю, Вольт. Все, дерни, пожалуйста. Спасибо. Сейчас должно быть поинтереснее еще. Взорвем вторую и пойдем. Вольт, молодец. Я тебе просто хотел сказать, что ты молодец. Там, на самом деле, команд тебе никаких нет. Все прекрасно. Ты и так отличный мальчик. Очень хороший. А... Да ты серьезно? Что это такое? Ой, все, надо более метко кидать. Так вот. Да что? Серьезно? О, главное самое, я примерно понял траекторию. Остальное неважно. Траектория? Понятно, все. Не, голуби больше не нужны, все, пошли. Да куда же вы убегаетесь-то? Давайте один на один на кулаках. Быстро. Все, я преследую этого Фондорфа, просто он не знает, куда деваться от обычного мужика. Просто с сумкой нет, пристрелить, надо какие-то огнеметы на нем экспериментировать. Ну, реально, вот надо было так изначально. Где мой динамит? Надо было... Батя! Анны! Как тебя? Хорош. Где Фондорф? Там. Да ты-то куда идешь, старичок? Ну, все, давай. Молодец. Так держать. Это что такое? Ухо. Мне кажется, от этого стоит бежать. Вы извините, конечно, но тут дохрена динамита, который служит для того, чтобы взрываться, когда его поджигаешь, а у вас тут как бы огнемет, и вы в хранилище динамита, вы понимаете, что вы делаете? Ну ладно, наверное, не понимают. В любом случае, мне что-то делать-то надо вообще. Видимо, дальше идти тоже. Это, мне, видимо, гасить надо, или тот еще не очнулся мужик, интересно, которого я треснул? Да, лежит, спит. Как я в фокусе и показал, все прекрасно. Значит, тут ничего нету. Мужик, все, пошел ты вон. Все, меня не палят. Даже так. Дась. Блин. Окей. Видимо, просто он очень недружелюбный молодой человек. Я бы на его месте, не знаю, хотя бы поздоровался. Ну, немецко, получается. Он сразу бьет, тварь. Ладно, значит, надо подкрасться к нему сзади. И тогда ему не поздоровится. Разворачивайся, быстро, все. Шнеля, придурок, на. Все, вне время для фокусов. Значит, нам надо что-то кинуть, получается. А, ну вот, собственно, что и кинуть. А, нет, это просто консерва, она бесполезная, я понял. Так, мужик, есть что у тебя кинуть там? Не знаю, можно я у тебя мошонку отрежу, в них швырну, чтобы они там отвлеклись? Не? Дядя. Здрасте. Опа. Так, сейчас. Опа, здрасте. Офигели, да? Не, все нормально. Все хорошо. До свидания. А что произошло? Ничего не произошло вообще. Все нормально. Все прекрасно. Я там еще где-то динамит видел, короче. Я, видимо, пойду его поищу там. А, хотя вот здесь что-то есть. А, может, здесь что-то есть? Хотя я же сюда лазил, здесь нет ни хрена. Да, точно. Здесь нет ничего. Окей. Значит, надо сходить за динамитом. Хотя Вольт его не достанет. У меня же нет Вольта, да? Получается. Да. Значит, я понятия не имею, как там пролезть. Я не знаю. Может, хотя бы как-нибудь... Что-нибудь в них швырнуть. Ну просто хотя бы что-то может есть. Пока я вариантов вообще не вижу, как тут быть. Я не понимаю. Непонятно, что происходит. Как мне?
Я честно, вот я все, я в растерянности. Я не понимаю, там два этих солдата стоят. Я одного, конечно, устранил, остальные два затупки. И тут как бы... Это, конечно, прекрасно. Но что дальше делать, я не понимаю. Может, вы просто уйдете? Да. Не, на самом деле немцы в этой игре прям тупыми какими-то заставляются. Потому что, ну серьезно, тут у них один этот лежит. Я еще того у них на глазах треснул, а я зашел за стенку, за которой меня видно. И они такие... Чего? Косплеит Супермена, чувак, понятно. Что? Что? А если еще раз умру, он еще выше появится, дай. Дай. Можно он еще выше, пожалуйста? Нет, он на том же уровне. Может, мне надо как-то быстро... Оп, до свидания. Ну я же дверцу открыл, дверца не защищает, что ли? Но одного солдата я все равно огрел. Ну, в принципе, подсказка мне дала знать, что я могу порыть себе туннельчики. Чуть-чуть еще. Значит, вот так вот, вот таким вот простым способом. И все, и пойти дальше вдоль линии фронта. Вдоль поля какого-то, вдоль еще чего-то, вдоль всего, короче, что мне надо. Давай, пусти, пожалуй. Ой-ой-ой. А что мне тут делать-то? Я... Видимо, мне надо как бы к ним пройти и... Что это? Я где? А, Эмиль, help me, слышу. Ой-ой. А, вот оно чё. Понятно, все, я понял. Осознал. Все, значит, вот где им нужна моя помощь. Ну, получается, так, сейчас как-нибудь я... Я с ним разберусь, я знаю, я в себя верю. Надеюсь, это не на время испытания-то, а? Я искренне на это рассчитываю, вот, как бы. Но я не на 100% уверен, к тому же. Давай-ка, сползай. Блин. Подожди, в смысле? Как это? Может, мне надо как-то вправить? Дай-ка. Вот так вот. Вот так вот. Да как... Блин. Как это сделать? Как это? Окей. А, так у них скоро дверь сломается. Это что, еще и на время, что ли? Ой-ой. А что все так плохо-то? Что мне не сказали-то? Если бы я знал, я бы точно так же тупил вообще, но... Я бы хотя бы тупил с большим волнением. Значит, мне надо. Мне надо, наверное... А, я знаю, все, я понял. Понял, все. Ага. Есть, понял, принял. Да блин, не туда. Сам ты шляфан. Да ты чё... Чё происходит? Бочки взорвутся или что сейчас будет? Ни хрена сейчас не будет. Надо как-то прям божественную прокидку сделать или что? Что мне надо сделать-то? Мне как это сделать? Оно летит не в ту сторону, в которую я хочу. Как это? Эй. Это я понял. Хорошо, значит, эта подсказка слегка бесполезная. Да все, сейчас чувствую. Последний удар остался. Да, все. Я не знаю, могу так вечно кидаться, но я не понимаю, хоть убейте. Я не понимаю, как это туда закинуть. Да понятно, понятно. Ты там как дурак долбишься в них на танке на этом. Понятно, все, да. Мне другое непонятно. Мне непонятно, как гранату эту кинуть. Кручу, верчу. Ящик поднять хочу, все. Это сюда, это получается мне как-то вот надо... Как? Вот так, может? А, да, все, вижу. Хотя не очень понял. А, понятно, значит, еще тайминг надо подрасчитать. Да ты серьезно? Да ты ж собак сутулая, а? Как я это сделаю-то? Ладно, у меня еще пару ударов осталось. И самое главное, у меня появилось осознание того, как это проходить. Все прекрасно. Шляфен, все, до свидания. А чё еще что ли надо в тебя попадать? Клизма, сам клизма. Ну пожалуйста, ну чё ты так смеешься, как злодей? Всем понятно уже, что ты злой. Все хорошо, я понял, да. Все понятно, ты плохой злодей, я понял, да. Но мне надо тебя сейчас, как хорошему герою, закокошить.
Шляфенфак — это ругательство на немецком или про... Да ты серьезно, ну ты еще поворачивайся от меня, да? Все, давай, до свидания. Минус одна жизнь у тебя получается. Минус вторая жизнь у тебя будет. А ты чего не ползешь-то? Ползи да... Что происходит? Почему так? Что? Все, спокойно. Да ты почему не ползешь? Что происходит? Почему оно не ползет? Это необъяснимая хрень. Как? Почему оно не ползет? Все. И поползло, когда уже поздно. Спасибо большое. Чудесная игра, хороший геймплей. И сюжет обожаю, но геймплей вот сейчас это прям худшее, что можно было придумать. Да долбись ты помедленнее хотя бы, я не успеваю. У меня динамит медленный. Он поползает плохо. Все так, их бин спокойно. Агась, все, минус один, минус одна жизнь. Сейчас будет минус еще одна жизнь, ползи, давай. Минус сейчас будет еще третья, наверное. Прекрасно, да? Да, все, ползи. Опа, опа, че, пересрался? Да, все, так тебе. Че, я теперь за него играю или что? Явно нет. Ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой, прыгай! Че ты смеешься? Сам-то беги, дурак. Я, конечно, болею за то, чтобы ты умер, но чисто как человек, как бы я. Так, давай живи, Эмиль! Сейчас такой взлом жопы будет на этом складу. Ой, мне кажется, вы не то чтобы захватили порт. Вы как бы... Точнее, как его, форт. Вы как бы его... Форт был частично разрушен. Да, просто разнесли нахрен. Смогли его удержать. Блин. Операция провалилась. Ай. Ай-яй-яй. Неприятно. Угу. Valenheart's The Great War. Да, конец второй главы. Конец второй главы. Да, глава третья. Маковые поля. И эта глава начнется в следующей серии. Потому что в этой и так дохрена. Ладно, война забрала у лучшего друга. Он был для меня как брат. Что? Я не представлял, как трудно будет проститься с ним навсегда. Что? Есть и хорошие новости. Что? Сейчас вдали от фронта. Он попытается. Фредди! Увижу с ним, как только смогу. Фредди! Напиши про себя. Как вы там? В Сен-Миэле стало... Фредди! Карл узнал, что все стало намного хуже. Фредди! В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял, войне не будет конца, и принял решение, нужно бежать. Хорошая мысль, Карл. Фредди, мы потеряли Фредди, ребят. Фредди больше нет. Фредди. Ладно, в общем, на этом на сегодня все. Я и так сделал серию очень долго. Я, наверное, даже на две серии ее разобью. Вы увидите это в двух разных сериях, потому что реально слишком долгий видос. Спасибо за просмотр. Видимо, пойду грустить, видимо. Не знаю. Все, пока всем. До новой встречи.